Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Ölkəmizə rəsmi səfərə gələn Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevin bu gün rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevi qarşıladı. Soldan qarşılamaq üçün Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Qazaxıstan prezidentinə raport verdi. Cənab Qazaxıstan Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülüb. Qaravul rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Prezident İlham Əliyev və Prezident Kasım Jomart Tokayev Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Salam əsker. Qazaxıstan və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Qazaxıstan prezidentinə, Qazaxıstan nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Prezident İlham Əliyev və Prezident Kasım Jomart Tokayevin qarşısından keçdi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev ilə təkbətək görüşü olub. Hörmətli cənab prezident, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizi görməyimə çox şadam. Əminəm ki, səfəriniz çox uğurlu keçəcək və Qazaxıstan-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq münasibətləri yeni yüksək pilliyə qalxacaqdır. Sizin səfərinizə çox böyük önəm veririk və əminəm ki, səfərin çox gözəl nəticələri olacaqdır. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Asa qormiyyətli prezident, özə bugün resmi səfərinə gəlib oturum.
президент ретінде бұл алғашқы тұңғыш сапар кезінде бірқатар өте өзекті, өте маңызды мәселелер туралы пікір алмасу болады. Өте маңызды құжаттарға қол қоймақпыз. Сондықтан бұл сапар өте маңызды, үлкен серпін береді еліміз арасындағы қарым-қатынасқа, ынтымақтастыққа. Сізге ризашылығымды білдіремін, қонақжайлығыңызға рахметімді айтқым келеді. Бүгін президент Илхам Алиев Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Токаев тарапынан Қазақстанның алтын кран, Қызыл Картал Али ордені тәкдім олынып. Многоуважаемый Ильхам Гидарович, президент Азербайджанской Республики, я сегодня с большим удовольствием совершаю официальный визит в вашу страну. Мы провели очень плодотворную встречу в узком составе. В программу моего визита входит церемония награждения вас высшим орденом Республики Казахстан «Алтын Кран». В Казахстане вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире, человека, который привел Азербайджан к исторической победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в связи с чем я сегодня вас поздравил во время нашей личной встречи. Вы вносите огромный вклад в развитие многостороннего, многогранного сотрудничества между нашими государствами. И в знак признания от имени всего казахского народа я сегодня хотел бы вручить вам орден «Алтын Кран». За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом «Алтын Кран» Алиева Ильхама Гейдаруглы, президента Азербайджанской Республики. Многоуважаемый Касым Жомарт Кемелевич, от всего сердца хотел бы поблагодарить вас за высокую оценку моего труда. Я очень горд тем, что вы сочли нужным наградить меня высшим орденом Казахстана, братской страны. И со своей стороны и впредь буду делать все для того, чтобы вносить вклад в развитие наших дружественных и братских отношений. Наши народы связывают история, общие корни. Сегодня, как два независимых государства, уверенно идущих по пути независимости, Казахстан и Азербайджан демонстрируют высокие темпы развития экономики и решения социальных вопросов. Растет авторитет наших стран на мировой арене. Я рассматриваю эту награду как знак уважения всему азербайджанскому народу. Я особо горд тем, что получаю эту награду из ваших рук. Мы сегодня, как вы отметили, провели очень обстоятельный разговор по многим вопросам двусторонней повестки дня и вопросам международного развития. И я уже сказал, и еще раз хочу подтвердить полную поддержку курсу реформ, который вы проводите. Та политика, которую вы проводите, полностью отвечает национальным интересам Казахстана, народа Казахстана. И те успехи, которые уже достигнуты, свидетельствуют о правильности курса, которым вы идете, и то, что народ Казахстана это поддерживает, еще раз говорит именно об этом. О том, что наш братский Казахстан идет правильным курсом. И все цели, которые вы поставили, я уверен, будут достигнуты. Ну и эта высокая награда обязывает, конечно, меня к дальнейшей деятельности по пути укрепления наших отношений.
И можете быть уверены, что отношения с Казахстаном и дальше будут находиться в приоритете внешней политики Азербайджана. Еще раз благодарю за такую высокую оценку. Бүгін президент Илам Алиев, Казахстан Республикасының президенті Касым Жомарт Токаев, Казахстанның бір груп холдинги тарапынан Физули шәһәрендә ұшақлар үшін инша ителәчәк Курмангазы атына яратыҗылығын инкишафы мәркәзенең лаһиясе ілә таныш олыблар. Вам одного из крупнейших, если не сказать крупнейшего застройщика, руководителя строительной компании ИАИ, Айдар Махамбаев. Вот он по нашему поручению будет исполнять такой очень важный проект. Құрметті Ильхам Кейдар оглы, құрметті Қасым Кемелевич, разрешите мне представить проект. Для меня большая честь его представить. Проект строительства Центра творчества в городе Физули. Проект разработан в краткие сроки по личному поручению нашего президента. На сегодняшний день уже площадка определена. Место определено, то есть есть место. То есть проект из себя представляет на самом деле четыре больших направления. Это музыкальные, вокалы, хоровое пение, современные технологии, то есть то, что нравится больше детям. То есть раскрывайте детского потенциала. Ремесло творчества, это гончарное искусство, скульптура. Вот, и, конечно, спорт, игровые залы, хореография. Мәлумат верилді ки, 2 гектар әразиде муасир мемарлыға уйгун биналар, амфитеатр инша ediləcək. Бұрда ұшақларын ярадыcılығыны үзе чығармақ ве инкишаф еттірмек үчін һәр жүр шәрайт ярадылacaq. Какие-то замечания возникнут там по ходу? Замечаний никаких быть не может. Презентация, сами говорит, что это может. Проект мирового уровня. Я хотел бы выразить благодарность, в первую очередь, президенту Касым Жомарт Кемелевичу за эту инициативу, которая была выдвинута пару месяцев назад. Да. И такое оперативное решение этого вопроса, конечно, благодарен компании. И то, что вы сегодня показали, это на самом деле центр для развития детей. Слово дал. Да. Сроки, качества. Тем более сейчас уже утвержден генплан строительства города Физули. Уже начинаются первые строительства жилого фонда. И как раз к тому времени, когда этот центр будет готов, мы планируем уже переселить первых физулинцев туда. А так мы будем рады встречать детей там. Да, спасибо. Ну и, конечно, все вопросы, связанные с инфраструктурой вокруг, это все будем параллельно решать. Так что, как у нас говорят, тәуекел, вперед. Спасибо. Спасибо. Бүгін президент Илам Алиевтің Қазақстан Республикасының президенті Касым Жомарт Токаевпен кеңес тәртібінде көрісу өткізілді. Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, еще раз от всей души хочу вас приветствовать, сказать добро пожаловать. Мы уже провели очень обстоятельный разговор о широкой повестке дня наших двусторонних отношений по международной проблематике и увидели совпадение позиций наших стран по всем вопросам. И, конечно, хотел бы выразить благодарность за то, что вы приняли приглашение и посещаете нас с официальным визитом, который, я уверен, будет иметь очень большое значение для будущего развития наших отношений.
И в первую очередь хотел бы еще раз уже в присутствии делегаций поблагодарить за награждение меня высшим орденом Республики Казахстан «Алтын Кыран». Для меня большая честь удостоиться этой награды и рассматриваю это как свидетельство дружбы и братства наших народов и высокую оценку тому, что Азербайджан делает в плане укрепления наших отношений. Также только что была сделана презентация дара Казахстана Азербайджану, Центра творческого развития детей, который будет построен на освобожденных территориях. И это еще одно проявление братского отношения к нашему народу, вклад в то дело восстановления Карабаха, которым сейчас мы все занимаемся. Что касается двусторонней повестки дня, она достаточно обширная. Мы уже в преддверии вашего визита соответствующие структуры детально проработали многие вопросы. Выходим на подписание более 20 документов. Часть из них будет подписана с нашим присутствием, которые будут серьезно способствовать укреплению взаимодействия. Что касается внешнеполитической повестки дня, то мы активно сотрудничаем по широкому кругу вопросов в ведущих международных организациях, где мы участвуем. Поддерживаем друг друга постоянно и уверен, что и в дальнейшем это будет продолжаться, поскольку количество международных организаций, в которых мы сотрудничаем, оно достаточно велико. И везде представители Казахстана, Азербайджана находятся в тесном взаимодействии. Конечно, большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по созданию этой инфраструктуры. Сейчас речь идет о соединении и о увеличении объема грузопотока между нашими странами. Увеличение транзитного потенциала наших стран и соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении. Думаю, что средний коридор имеет очень большую перспективу и, конечно, роль Казахстана и Азербайджана в осуществлении этого проекта весьма значительна. Уверен, что мы также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений. Еще есть большие резервы для увеличения товарооборота. Мы сегодня по некоторым направлениям будущего торгово-экономического сотрудничества обменялись мнениями. Можем конкретизировать в плане увеличения взаимных поставок. Также большие перспективы и в инвестиционной сфере. И в Казахстане, и в Азербайджане существует очень позитивный инвестиционный климат, большой объем иностранных инвестиций. И думаю, настало время, что мы также объединили усилия в этом направлении и участвовали в совместных инвестиционных проектах в Азербайджане, в Казахстане, возможно, и в других странах. Сегодняшний дар Казахстана Азербайджану в виде Центра творческого развития детей – еще один элемент в гуманитарном сотрудничестве между нашими странами. Оно развивается тоже очень успешно. Буквально два дня назад одна из центральных улиц Сумгаита была названа в честь видного сына казахского народа, просветителя, тюрколога Ахмеда Байтурсулина. Это также один из элементов уважения, которое мы испытываем к нашим предкам. Я еще раз вас от души приветствую, еще раз выражаю благодарность за то, что вы нашли время нас посетить, и уверен, что как наши контакты будут успешно продолжены в будущем, так и связи между нашими двумя братскими странами будут успешно развиваться. Еще раз добро пожаловать. Благодарю вас, уважаемый Ильхам Гейдар-Оглу, дорогие коллеги. Прежде всего, хотел бы выразить признательность за приглашение посетить прекрасный, замечательный город Баку. Только что мы сейчас любовались видами Каспия и проявленное гостеприимство. Я вполне удовлетворен состоявшейся
встречи в узком составе, в ходе которой мы провели обстоятельный обмен мнениями практически по всем вопросам взаимодействия наших государств в различных сферах сотрудничества. Казахстан и Азербайджан – близкие друг другу государства, мы стратегические партнеры, мы союзники. И отрадно, что сегодня будет подписана декларация об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Я прибыл в Баку с особой миссией вывода нашего сотрудничества на новый уровень. Отрадно, что вот последние годы объем торговли значительно вырос, практически в 3 раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением, поскольку полагаю, что возможности наращивания торговли все же имеются. Правительствам наших стран следует поработать именно в этом направлении, с тем, чтобы, как я полагаю, уже в самое ближайшее время мы смогли бы довести объем торговли между нашими странами до 1 миллиарда долларов. Вы правильно отметили, что Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют друг с другом на основных международных площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций, в ОБСЕ, в Организации Тюркских Государств. Каких-либо проблем в этом плане между нами, между нашими странами не имеется. Отрадно также то, что парламенты наших государств тесно сотрудничают друг с другом. Это крайне важно в современных условиях. Я согласен с вами в том, что касается важности гуманитарного сотрудничества. И здесь очень большие возможности. Полагаю, что в следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду, как раньше было принято говорить, декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к вашей культуре. Я полагаю, что наши люди даже соскучились по азербайджанской культуре, и мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры, в нашей стране. Особо хотел бы отметить тот факт, что под вашим сильным авторитетным руководством Азербайджан достигает огромных результатов в социально-экономическом развитии. Я внимательно посмотрел статистику, она впечатляет. Экономика растет уверенными темпами. Буквально за первый квартал нынешнего года валовый внутренний продукт, как я понял, почти на 7,5% вырос, достиг 23,5 миллиардов долларов только за первый квартал этого года. То есть перспективы экономического развития Азербайджана очень хорошие, и, конечно же, в этом историческая заслуга именно вас, как общенационального лидера азербайджанского народа. В Казахстане, как я только что сказал, к вам проявляет очень большое уважение. Люди вас знают, поддерживают, проявляют искреннее уважение, в связи с чем я счел необходимым от имени всего нашего народа сегодня вручить вам орден. Именно под вашим сильным авторитетным руководством выполнена историческая по своей значимости задача восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики. Казахстан, как вы знаете, всегда поддерживал, неизменно поддерживал принцип территориальной целостности государств применительно к Азербайджану. Я считаю, что это справедливый принцип, полностью укладывается в современное международное право. Поэтому и здесь у нас общий язык, общие подходы, общие взгляды. Я полагаю, что это послужит хорошей основой для продвижения нашего сотрудничества в будущем. Что касается итогов или результатов этого сотрудничества, у меня нет никаких сомнений, оно будет положительным. Я помню те времена, когда, ну и вы, конечно же, помните, когда между нашими государствами в 90-е годы были проблемы, которые с позиции сегодняшнего дня кажутся настолько маленькими, настолько незначительными, но ведь они существовали. Я помню, мы обсуждали проблему долга в размере 8 миллионов долларов. Такая проблема была, понимаете? Сейчас мы не случайно говорим о том, что
наше сотрудничество носит стратегический характер, поскольку это не просто громкие слова. Само сотрудничество носит именно такой характер с точки зрения объемов и прочее. И, конечно же, Азербайджан представляет особый интерес для Казахстана с точки зрения развития транспортных коридоров. В этом, безусловно, преимущество Азербайджана. И, конечно же, Казахстан как государство, фактически мы являемся соседними странами через Каспий, рядом. Поэтому, я думаю, у нас здесь очень хорошие перспективы. Я настраиваю правительство, соответствующие ведомства на тесное взаимодействие и совместную работу с вашими представителями в плане развития транспортно-логистических связей. Благодарю еще раз вас. Спасибо. Geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Prezident İlham Əliyevin və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım-Jomart Tokayevin iştirakı ilə Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri imzalanıb. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikasının Mədəniyyət və İdman Nazirliyi arasında 2022-2025-ci illər üçün mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair proqramı Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov və Qazaxıstanın Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Muxtar Tileobird imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Qazaxıstan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2023-2024-cü illər üzrə əməkdaşlıq planını Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Qazaxıstanın Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Muxtar Tileobird imzaladılar. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Qazaxıstan Respublikası hökuməti arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Qazaxıstanın Baş Nazirinin müavininin vəzifəsini icra edən Ticarət və İnteqrasiya Naziri Serik Jumangarin imzaladılar. Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasında 2022-2026-cı illər üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında kompleks proqramı və Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasında strateji münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyətinin dərinləşdirilməsi haqqında bəyannaməni Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım-Jomart Tokayev imzaladılar. Sənədlər imzalandıqdan sonra Prezident İlham Əliyev və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım-Jomart Tokayev mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ATV Xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Bugün Prezident İlham Əliyevin adından Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım-Jomart Tokayevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. Hörmətli tamaşaçılar, ATV Xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim elədik. Bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.